стать сначала российской, а затем мировой звездой футбола мечтает юный футболист из Ульяновска. Уже сейчас 10-летний Тимофей Прошанов набивает футбольный мяч, как настоящий профессионал. Мальчик сразу решил участвовать в конкурсе по футбольному фристайлу в социальных сетях, когда узнал о его проведении. Признается, что очень хотел победить и получить главный приз – мяч с автографами. Я хочу стать профессиональным футболистом и заниматься в сборной России. В итоге воспитанник Засвияжской спортивной школы выполнил все условия конкурса и сделал 140 набиваний мяча за минуту. В условиях введенных ограничений вручение приза происходило во дворе дома победителя на спортивной площадке. Приехали поздравить триумфатора, вручить его грамоту и призы главный тренер футбольного клуба «Волга» Ренат Аитов и президент городской федерации футбола Валерий Коробков. Мы тоже росли во дворах и больше способностей, наверное, проявляли именно во дворе, когда мы выходили, играли в футбол, то есть занимались тем же чеканием мяча и проявляли это мастерство. То есть воспитывали, да? Мы воспитывались во дворах. И это, я думаю, на первом месте на сегодняшний день, да и всегда это было. Сыном очень гордятся родители. Многодетная мама Екатерина призналась, что в ее семье всегда поддерживают начинания детей, стремятся максимально развить их таланты. Конечно, мы гордимся сыном. У него футбол – это просто мечта была с детства. Он занимался им там с того момента, как папа начал только играть в футбол, прям ждал, когда его наконец возьмут в спортивную школу, чтобы совершенствовать свои навыки. Всего в конкурсе приняло участие 38 детей. Соревнования планируется повторить в следующем году и сделать конкурс по футбольному фристайлу ежегодным. Наталья Чумаченко, Руслан Батталов. Новости Улправды ТВ.